30 июля – прекрасная возможность говорить о проблеме торговли людьми, продвигать нулевую толерантность к этому страшному феномену с акцентом на человеческом отношении к жертвам. В свою очередь, жертвы торговли людьми – это жертвы тяжких преступлений, которые нуждаются в квалифицированной и своевременной гуманитарной, психологической, медицинской, юридической и финансовой помощи. Важна комплексная поддержка и реинтеграция пострадавших в социальной структуре общества. Например, регистрация на обучающие курсы для освоения новых профессий или предоставление грантов для развития собственного бизнеса. Помощь должна быть оказана всем нуждающимся, не оставляя никого в стороне. Помимо оказания прямой помощи пострадавшим от торговли людьми, Белорусское общество Красного Креста принимает участие в предотвращении торговли людьми, в том числе путем проведения информационных кампаний, реализуемых при поддержке национальных и международных партнеров Красного Креста. Их основная цель – информирование населения о проблеме торговли людьми и способах борьбы с ней, обучение белорусов быть бдительными и не поддаваться на уловки трафикеров.